Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым сайтом, проектом RubPoint. Значит, добро пожаловать на сайт проекта RubPoint. И можно начинать всего лишь от 15 рублей. Значит, пройдите путь от 15 рублей до 33 миллионов. Система RubPoint – это партнерский центр. Наша экосистема вмещает в себя глобальную партнерскую программу с доходом свыше 33 миллионов рублей, не имеющую аналогов на рынке. Структура является гибридной и может изменять свое состояние при расширении линий участниками. Рекламный сервис. Ссылка плюс текст. Ссылка плюс баннер. Это не просто как бы здесь можно еще давать рекламу помимо основного заработка. Значит, ссылка плюс баннер. Ссылка плюс создание баннера с качественным трафиком и показами как на нашем сайте, так и за его пределами. Так, бонусная система шансов с возможностью получить до 10 тысяч рублей многократно. Систему акций, которые также есть вот шанс, плюс еще акции можно покупать. Здесь много видов как бы дохода. Пойдем как бы по порядочку. Система акций, которые растут от активности всех участников каждый день. Вы можете стать долевым партнером и зарабатывать на разнице курсов. Глобальная капитализация наполняется от любых действий участников системы. Партнерский центр, как бы, RubPoint. Далее. И маркетинг. Ну, здесь краткая информация. Вход, как я уже сказала, всего лишь от 15 рублей уровень. Структура гибридная, 12 линий, то есть уровней, расширяемая. Переливу сверху, снизу, неактивных, системы, в общем, идут как бы от нижестоящих, от вышестоящих и от самой системы. Значит, награда равными частями с 1 по 12 линию за уровень расширения. Сумма наград от 1 рубля до 2048 рублей многократно. Награда за любое действие в общей структуре. Доход свыше 33 миллионов рублей без учета расширений. Здесь также можно зарабатывать абсолютно без приглашений. Ну, это для тех, кто не умеет приглашать, ну или не хочет приглашать. Как-то так. Ну, здесь подробная информация. Значит, смотрите. Для начала работы партнерской программы нужно активировать первый уровень за 15 рублей. Это действие поставит участника в глобальную структуру куратора. При условии, что у куратора уже активирован первый уровень. Если пригласившего участника нет активации, то участник попадает на первое свободное место глобальной структуры. Совершит перелив самым пассивным участником. Если первая линия, две ячейки без расширений, уже заполнена у пригласителя, то аккаунт переливу попадает во вторую линию на первое свободное место. И если вторая линия, 4 ячейки без расширений, уже заполнена у пригласителя, то аккаунт переливом попадает в третью линию на первое свободное место. И так до бесконечности. Заполнение всегда происходит слева направо и сверху вниз, если это личные партнеры. Так, неравномерное заполнение начинается происходить, когда приглашенные участники ниже начинают активничать и строить свой
личную структуру. Ну а здесь стоимость. Первый уровень, как я сказала, 15 рублей, второй 30, третий 60, ну и так далее. Здесь это все можно просмотреть. Значит, первый уровень — потенциальная прибыль до 8190 рублей без расширений со стороны участника и партнеров ниже. Ну и дают шанс, как бы бонус, один шанс. Ну и там по нарастающей идут вот этот шанс. Шанс мы тоже сейчас все просмотрим. И здесь структура матрицы. Структура любого отдельного участника — это маленькая частица глобальной матрицы. Изначально структура имеет бинарный вид, то есть всего две ячейки у каждого участника. В любой момент времени каждый участник может расширить свою первую линию, что даст преимущество в количестве структуры и, соответственно, прибыли. Каждое расширение оценивается в 1500 рублей, из которых 1200 распределяется равными частями по спонсорской линии и 300 идут в капитализацию акций RuPoint. Ну, здесь вот видим, да, бинар. Значит, и заполнение структуры происходит от личных приглашений, переливом от вышестоящих участников, переливом от нижестоящих участников, перелив от неактивных участников. И идет перелив от системы основателей. Ну и тут как бы идет далее награды. Здесь идет расширение. Значит, расширением считается добавление дополнительной ячейки в первую линию участника. В момент расширения участникам вся спонсорская линия получает по 100 рублей на свой баланс. Если это первое расширение, то в первой линии у вас будет уже 3 ячейки. Во второй линии будет уже не 4, а 6 ячеек и так далее. Стоит понимать, что участники ниже тоже могут сделать расширение в любой из линий. Поэтому у каждого будет своя уникальная структура, но единая и глобальная для всех. Здесь упущенная прибыль, также это можно все прочесть. Здесь стратегия. Далее. Также реклама, как я уже говорила, добавить текст, добавить баннер, создать и добавить баннер. Идем ниже. Это шанс выиграть до 10 тысяч рублей. У меня еще только вообще по нулям. Я только что зарегистрировалась и вот пишу видео. Далее что? Ну вот здесь шанс. Смотрите, как это как кран. Значит, здесь беспроигрышная лотерея. Минимум, что можно здесь выиграть, 1 рубль. И максимум 10 тысяч рублей. Здесь далее акции. И по желанию, если кто хочет приобрести акции, это, как я сказала, по желанию, можно изучить и прикупить акцию. Значит, работает один день аккаунтов. Уже заработано почти 3000 рублей. Ну и цена акций 100 рублей. Значит, топ-трафик идет у нас здесь, как бы статистика. Топ-приглашений. Топ-активных приглашений. Далее, крайние регистрации. Вот моя регистрация. Я вот только что зарегистрировалась. И видим, да, после меня идут тоже как бы регистрации. Нет, вот сверху идут регистрации. Так, далее что? Топ акционеров покупают акции помаленечку. Проект только как бы запустился. Здесь крайние выплаты, минимальный вывод здесь от 10 рублей. Ну и топ доходов. Значит, далее идет служба поддержки, вопросы, ответы. Так, могу ли
сделать более одного аккаунта, если по своей реферальной ссылке у вас нет ограничений на количество аккаунтов, в том числе и по своей реферальной ссылке. О, как! Это можно сделать как бы сам себе реферал. В общем, как я поняла, можно делать регистр. Самому себе, сам под себя регистрируйся. Так, регистрация, друзья. Прописываем логин, прописываете пароль и прописываете финансовый пароль. Это все отображается, как бы, и обязательно запомнить свои данные. Логин, пароль и финансовый пароль. Понимаем это, да? Потому что без финансового пароля нам не удастся вывести. И изменить что-либо, это уже не, как бы, не изменить. Здесь вкладочка «Кабинет». Так. Заходим в кабинет. Значит, кабинет, партнеры, операции, глобал, реклама, шанс, акции, статистика, новости. Уже есть 3 отзыва, поддержка, выход. Значит, что у нас здесь по кабинету? Так. Пополнение. Ну, значит, надо пополнить. Идет перевод, вывод. Здесь, когда будет что выводить, естественно, я запишу видео по выводу. Хотя проект платит, уже проверен на вывод у участников. Прописываем Pair кошелек, сумма от 10 рублей. И видим, да, введите финансовый код. То, что мы указывали при регистрации. Также, если мы ниже опустимся, находится реферальная ссылочка. Можно кликнуть, партнерская ссылка скопирована. Ну и данные. Данные пригласителя, личные данные. Здесь можно установить контакт. И дата регистрации моя 22.12. Так далее, что пойдемте по порядочку. Значит, партнеры. Во вкладочке «Партнеры» также находится реферальная ссылочка и будут отображаться рефералы. Далее. Операции. У меня нет еще операций, так как я буду все делать в режиме онлайн. Видео немножечко затянется, вы уж извините, но как бы, чтобы все показать и рассказать, чтобы всем было понятно. Нет операций. Global. Здесь нам, значит, идет как бы матрица. Активировать маркетинг за 15 рублей. Расширение первой линии, перспектива дохода от рублей. Все как бы по нулям. И прежде чем активировать, я так понимаю, что нужно сначала пополнить баланс. Значит, сейчас даже вот кликну «Активировать». Нет, недостаточно средств, да. Давайте вернемся в кабинет и пополним сначала баланс. Введите сумму от 10 рублей. Я буду пополнять на 105 рублей. Значит, кликаю, если нет пайра, можно создать, уплатить. Так, рубли. Подтверждаю. Pair я открыла, как бы уже заранее оплатить счет. Подтвердить. Окей. Так, оплата сейчас мне должно перебросить обратно в кабинет. Оп.
оплата выполнена. И, как видим, на балансе у меня встало 105 рублей. Вот. Значит, иду вот это вот Global. И покупаю. Активировать маркетинг за 15 рублей. Кликаю активировать. Все у меня куплено. Далее. Активировать второй уровень. Клику за 30 рублей. Активировать. Уровень второй успешно активирован. Далее. И активировать третий уровень за 60 рублей. Активировать. Уровень успешно активирован. Я активировала 3 уровня. Думаю, для начала этого хватит. И здесь, значит, уровень 3. Перспективный доход от 57 330 рублей. И здесь линия первая, линия вторая, линия третья. Как бы, да? Ну, и тут уже идут остальные линии. Хотя рекомендуют активировать все 12 линий. Вот. Так. Ну, а здесь расширить линию за 1500 рублей. Так, все. Далее. Здесь реклама. Значит, добавить текст. Сюда. Текст до 60 символов. Как бы. И можно сюда вставляется ссылочку. Кликнем добавить. Здесь баннер. Значит, тип ротации один баннер. Размер 468 на 60 или 728 на 90. Также добавляем баннер. Значит, не знаете, где взять ссылку на ваш баннер, загрузите его здесь. Как бы все. Как бы инструменты есть, да? Сюда добавляете ссылочку, кликаем добавить. Создать и добавить баннер. Также тип ротация один баннер, 728 на 90. Так, и добавить как бы текст. 42 символа коротенький и ссылочку. Как бы для перехода. Кликаем добавить. Шанс. Шанс у меня было по нулям. В самом начале я вам показывала. Вот. Выиграю до 10 тысяч. И как бы у меня 0 шансов. Ага. Видите количество шансов. Оплатить 5 рублей. Это тоже можно, да, как бы пополнять. Здесь один шанс 5 рублей стоит. Можно как бы играться, да. Но прежде чем покупать, нужно пополнять баланс. Значит, количество. Сюда опять же таки финансовый пароль. Здесь без финансового пароля как бы ничего не сделаешь. И оплачиваем, если у нас есть на балансе денежка. Так. Акции. Здесь описание и термины. Также можно ознакомиться. Одна акция стоит 100 рублей. Значит, опять же таки, если вы хотите приобрести акции, нужно сначала пополнить баланс, а потом уже покупать. Одна акция. Сюда прописываем количество. Опять же таки, финансовый пароль и купить за 100 рублей. Вот. И также можно продавать. Видите количество акций для продажи. Также количество, финансовый пароль и продать. Также за 100 рублей. Цена продажи акций всегда на 20% ниже. Эта сумма поступает к
капитализацию всех акций, тем самым повышая цену для держателей. Выгоднее покупать и держать, чем продавать. Ну, тут как бы история будет. Также статистика. Ну, статистику я вам уже показывала. Так, отзывы. Идут, напишите свой отзыв. Ссылки на скриншоты разрешены. Здесь пишем отзыв, кликаем опубликовать. За отзыв можно получить шанс. Значит, здесь есть спасибо за классный инструмент, где есть различные виды заработка. Вывод моментальный, уже проверил. И вот опубликован 22.12, то есть сегодня. Также отзыв проверил на вывод. Деньги поступают на счет моментально. Ну и здесь как бы от проекта тоже отзыв. Значит, есть так. Всем привет. Здесь вы можете оставлять свои честные отзывы и добавлять к ним ссылки на скриншоты. Есть одно условие. Минимальный общий доход от 10 рублей для публикации отзыва. Так, есть и поощрение. За каждый отзыв администрацию будет начислять шансы. А шансы, в свою очередь, это беспроигрышные лотерейки. Ну, как-то так. Отзывы, ну и поддержка. Добро во времени суток. Если вы зашли в этот раздел, то, вероятнее всего, нужна техническая помощь. И наш сотрудник службы поможет. Но для начала давайте обязательно прочтем правила обращения. Здесь читаем всю информацию. Значит, здесь дан адрес службы поддержки, персональный код поддержки. Значит, и вопросы-ответы. Возвращаемся в кабинет. Значит, ну, у меня здесь все по нулям, так как я все был. Было 105 рублей, я как бы встала в структуру, да? Активировала маркетинг. Вот такой вот проект. И хочу обратить ваше внимание, что здесь множество языков. Можно интернациональный, да, такой сайт. Здесь как бы очень много. И можно перевести, приглашать иностранных партнеров. Вот очень-очень это всего много. Вот. Можно кликнуть и переведется. Например, английский. И все, видим, да? Все на английском языке. Вот. Прикольно. Ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, продолжение будет следовать. Кому интересно, заходим. Не интересно, друзья, проходим мимо. Вот теперь надо русский найти мне обратно. Ну ладно, потом. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!